Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами я, Лариса Маликова, на канале Дивная Птица. Сегодня я хочу поговорить о породе курт, о бельфельдерах. Что это за порода? Порода кур бельфельдеры была выведена во второй половине 20 века немецкими фермерами. И только в 1980 году этот вид был официально признан под известным сейчас нам названием в честь городка в Германии, где была выведена птица. При выведении породы были задействованы представители вида Нью-Гипшир, род Айдлер, Визюльмир. В результате успешных работ селекционеры получили уникальный вид домашней птицы, которая характеризуется высокой яйценоскостью и качественным диетическим мясом. Вот, значит, у бельфельдеров мясо качественное. Взрослая особь при правильном содержании и питании достигает 4-5 килограмм. Черта породы в том, что уже в первые сутки можно отличить, где петушок, а где курочка. У петушки более светлые, и на голове у них светлое пятнышко. Вот. Самки начинают нестись в возрасте 5-6 месяцев. В течение года сносят приблизительно 200 яиц, 60-70 грамм. Скорлупа яиц светло-коричневая. Самый пик продуктивности кур приходится на 2-3 год жизни. А потом уже снижается. На 4-й год жизни снижается продуктивность. В принципе, что и хорошо, большинство кур, которые они год, полтора и все, и снижают. А здесь наоборот, со второго года начинается продуктивность. Ну, а потом экстерьер, очень красивые птицы. Вот, петушки светлее, курочки темнее. Вот. В чем выгода, значит, разведения породы? Они относятся к мясо-яичным породам, бельфельдеры. Природой в этих птиц заложена устойчивость к различным болезням и холодам. Куры выдерживают до 15 градусов мороз. Бельфельдеров ценят за спокойный характер. Они довольно миролюбивы и дружелюбны. Могут спокойно находиться с другой птицей. Уживаются, что нельзя сказать о других особях. В принципе, порода по всем описаниям мне очень даже понравилась. Да, и какие они красивые, красочные птички. Вот. Потом буду наблюдать и буду вам рассказывать, что правильно, что пишут о этой породе, и что неправильно. Вот. Вот такие новости. Я хотела поговорить о породе бельфельдеров с вами сегодня. Потому что многие писали, что даже не знают такого названия птицы. Поэтому я решила снять видео. Вот они гуляют, гуляют. Друг за другом, друг за другом. Вот такие новости на сегодняшний день. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду очень рада. Пишите отзывы, комментарии. Спасибо. До новых встреч. Всего вам доброго.